Здравствуйте. А у вас управляющий какой-нибудь здесь есть? Нету? Я уже разговаривал по поводу снега. Ваш дворник, он на территорию многоквартирного дома кидает снег. Вот эту кучку? Да. Вот эту... Нет, кучка, я не знаю, там у вас на территории своя. Вот, а он за забор нам бросает. А, за забор? Да. И вот что делать с ним, вот вы как думаете? Полицию вызывать, писать заявление, что делать-то нам? Просто нам уже туда трактором набуровили снег. Здесь был какой-то управляющий. Я ему предоставил документы, что это частная собственность многоквартирного дома. Все, у нас отмежеванный участок, туда бросать не надо. Ну, не знаю, вроде понял, не понял. Сейчас смотрим, продолжают опять бросать. Жители жалуются, то есть. Я поняла, у меня сегодня вечером должна быть управляющая, я могу передать. Вы ей обязательно передайте, конечно. Потому что вот я уже второй раз предупреждаю, мы не хотим как бы там полицию вызвать, но если еще раз будет этот дворник пакостить нам, потому что уже такие горы там нам наворочили, понимаете, весна придет, побегут реки у нас, у вас-то будет асфальт хорошо и сухо. Вот, а у нас такая вот история. Ну все, надеемся на понимание. До свидания. Ты зачем нам бросаешь снег, а? Зачем снег бросаешь нам? За забор. За забор? Да. Нам сказали, да, этот только забор. Кто сказал? Юра. Вот я Юре уже говорил, это, наверное, управляющий тут какой-то. Вот они трактором там нам накидали. Ну, они трактором кидали. Вот я ему сказал, да, что я ему документы предоставил, что земля эта принадлежит многоквартирному дому. Бросать туда не надо снег. Я не знаю, он понял, не понял. Сейчас смотрю, вот ты опять бросаешь. Я сюда пришел, здесь управляющего сейчас на данный момент не оказалось. Смотри, вот у нас люди смотрят сейчас, у нас большой чат, все в чате состоят. Это возить свою кучу. Сразу видят, да. Своя куча. Ну. Еще будет жалоба одна, будем вызывать полицию, писать заявление. Потому что нам вот это ни к чему. Ну ты сам понимаешь, сейчас весна придет, начнутся тут реки у нас побегут. Зачем нам это надо? Пускай бизнес делают, пусть вывозят. Деньги у них есть. Тракторами. Конечно. Ну вот смотри, вот у нас, мы же тоже себе чистим снег. У нас управляющая компания, мы 450 тысяч отдали в год, нам вывозят снег, никуда не подкладывают никому. Также и здесь, пускай вот кучу скидывает, там потом пусть нанимают. Они приехали трактором тут из-за забора. Там, ну, я сказал, ругаться будут. Да, да. Я им даже предупредил, бесполезно, ага. Они трактором туда. Ну все. И уехали. Ну. Чё, к чему это? Все, и ты тоже это больше не бросай, ладно? Ну, хорошо, понятно. Ну все. Оттуда растает, увозить обратно студию. В свою кучу. Ну да, ты смотри, там я не знаю, да, как. Да, предупредить. И... Сказать, что как сказали, что нельзя. Конечно, да, конечно, конечно. Скажи, что председатель приходил. Завтра придет, я скажу. Да, скажи, я ему документы на WhatsApp отправлял о том, что эта земля принадлежит дому. Поэтому, ну, нельзя так делать. Понятно. Ладно.